Всем привет, вы на канале ТКВ, и сегодня у меня продолжение такой, как, не знаю, серия, которая называется «Мама что-то скрывает от нас». И давайте начинать. Ой, уже наступило завтра, как мама говорит. Ой, где же наш питомец? Я не знаю, ты сама сказала, что у нас завтра, сегодня, можно так считать, будет питомец. Ну, пипомец, ты меня поняла. Ну да. Может быть, надо у мамы будет спросить. Сейчас спущусь и узнаю. Мама? А где мама? Нету. И тут. Тут тоже нету. Странно. Сестричка, ты не видела маму? Нет. А что, мамы нету, что ли? Ну, представляешь, я ее найти не могу. Ну и тут она точно не влезет. Девочки! Мама! Ой, я тут стою. Мама, ты где? Я на улице. Подождите меня тут и закройте глаза, я вам покажу питомца. Закрывай глаза быстро, сейчас будет питомец. Уля! Так. Интересно, кто это будет? Лучше отвернуться, да, отвернемся. А то мы можем подсмотреть нечаянно от любопытства. Да, блин, так интересно, кто это будет? Так, кто же это будет? Детки, все, можете поворачиваться, смотреть, кто это. Мамочка, кто это? Кто это, мамуля? Это попугайчик! Какой? Ай, попугайчик, страшно! Не бойся, он не кусается. А это что? Это дом. Ой, какой миленький! Он поет. Да, он умеет петь и говорить. Добрый день. Он говорит. Да. Добрый день. Как у вас дела, мисс? Ой, все прекрасно. Так, поможешь мне сейчас расположить нашего попугайчика? Ой, да. Это мальчик? Да. Красивый, да? А как мы его назовем? У меня есть идея. Так. Домик его будет вот тут вот стоять. Хорошо, мамочка. А вот сам он будет... Ой, упал. Мам, он уже на домик прилетел. О, да, молодец. А жердочка его, где он будет сам сидеть, там отдыхать, будет вот тут. Сейчас покажу. Вот. О, здесь. Здорово, мам. А как мы его назовем? Ну, выбирай. Или Кеша. Ага, Кеша. Или, не знаю, какой-нибудь голубчик там. Голубчик я не хочу. Хочу ему что-нибудь другое имя какое-нибудь дать. А какой хочешь? Алмазик. Ну ладно, Алмазик. Алмазик, иди ко мне. Ай, мама, Алмазик на меня сел. Не бойся, доча. Алмазик не кусается. Добрый день. А почему он говорит «добрый день»? Он же говорил, он попугай, он же просто повторяет слова. А он может еще что-нибудь сказать? Ну, скажи ему что-нибудь. Привет, как у тебя дела? Все хорошо. Ух ты, он разговаривает все же, умеет. Ну, умеет, конечно же. Так, ты пока со своей сестричкой играйте, а мне просто уже пора на работу. Сейчас я соберусь и пойду. Так. Все, я пошла. Мне пора. Все, мам, пока. Пока. Ой, фотография упала. Вау, какой красивый попугайчик, да, сестра? Да. Но он умеет петь. Может, он умеет чирикать или не знаю, что-то делать.
Ой, честно говоря, я не знаю. Ой, ой, что-то носик чешется. Ач! Ой, чихнула. Ой, как-то я странно чихнула. Апчи! Ой, он тоже чихнул. Нет, мама говорит, это он повторяет. Да? Ой, он сел на сердечко. Смотри же, какой он миленький. Муэ. Нашу Мусю. Муся нельзя. Муся, нет. Лети, лети от нее. Она хорошая, но просто иногда себя ведет плохо. Здравствуйте. Пощипеть начала. Муся, а ну-ка сюда. Муся, так нельзя себя вести. Это наш новый член семьи. Это Алмаз. Познакомься с ним. Нельзя. На, вот, с мышкой поиграй своей. Все, на место. Мусь, ну пожалуйста. Он ведь тоже наш член семьи. Помнишь, как ты появилась у нас? Все, тогда иди, иди. Дядя Муся, ты мифаешь нам, мифаешь. Мы хотим питомца разглядеть, а ты мифаешь. Все. Ну, не надо все же так грубо на нее. Пусть она просто тоже посмотрит, но со стороны. Не будешь больше его обижать? Мяу. Ну, смотри. Смотри на него. Какой красивенький, да, мальчик. Тебе не нравится, ты и сиди вон там. Фррр. Так. А мне он очень нравится. Он еще разговаривать, главное, умеет. А можно я ему скажу? А, привет! Здравствуйте! Ой, как он мило говорит. А может быть, он кусить хочет? А что он ест? А, зерна, наверное. Сейчас ему принесу зернышки. Вот, ему тут немножко насыпало, я не знаю, но у него просто мисочки нет. А, сестричка, он сел на меня! А! Он сел! А, не кричи, он, наверное, сам испугался. О, он чирикает. Да, он так чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи делает. Какой смешной. Но его все же пока пугать не надо, он же еще боится. Да, давай просто поиграем, покажем ему наш дом. Пусть он сядет и посмотрит. Садись на меня. Молодец, сейчас я тебе покажу. Вот, это моя комната, и тут пони, мои игрушки, посмотри. Это качели моей сестрички, это мои наши полочки. Это тоже полочки. Это кошка наша. Это зеркало. Ой, я вижу, ты любишь зеркало. Так. И это дверца. Только не улетай. Ты умный попугайчик. Так, это мое любимое зеркальце. Тут я провожу больше своего времени. Тут моя расчесочка есть. А это сердце кристальное. Ну, тут у нас балкончик. Ну, твой дом, ты это уже видел. А это лестница. Лестница в тронный зал. Тут обычно мама проводит больше всего времени, так как она королева. Она сидит вот здесь. Здесь Флари Харт спит. Это ее кроватка. Здесь моя одежда. Ну, мой этот манекен, куда я свою ложу юбочку. А это мой этот чемоданчик. Там у меня всякие украшения, вот как корона, там всякие. Сейчас. Заколочки. Тебе нравится? Да, мне нравится. Ой, как здорово, он так говорит, да, сестра? Да. Вот это тайный наш питомец. Да, тайный. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходило оповещение о моем видео.
И всем пока. И напишите, если у вас какие-нибудь домашние питомцы. Всем пока. Пока-пока.